После апрельского снегопада погода потихоньку приходит в себя. В выходные ярко светило солнце, и свежевыпавший снег в два счета превратился в весенние ручьи. В начале этой недели в Поволжье придет еще один циклон с Черного моря. На этот раз он принесет дожди. Сегодня и завтра зона осадков затронет весь юго-восток Чувашии. Из-за облачной погоды столбики термометра в эти дни остановятся на отметках 4-9 градусов тепла. В любом случае, к середине недели снег должен растаять, а дальше к нам придет антициклон, который установит солнечную теплую погоду.